распоряжению Министерства сельского хозяйства Московской области муниципалитеты региона должны обеспечить прирост посадочных мест в общепитах. Ленинский городской округ – одна из наиболее благоприятных территорий для развития малого и среднего предпринимательства. Отлаженная работа социальной поддержки и взаимосвязи власти с бизнесом. В данной ситуации мы видим, что к нам зашел бизнес из Луганска, бизнес сложившийся, бизнес показал себя в непростое время и на территории Луганской области хорошо, и мы, естественно, рады приветствовать их здесь. Неудивительно, что предприниматели из Луганска выбрали для продолжения своего бизнеса в России именно подмосковное Видное. История создания семейного кафе Юрия Мальцева началась в 2012 году. Тогда из маленькой лавки блюд на вынос бизнес потихоньку перерос в мастер-класс-студию, а потом и в сеть ресторанов японской кухни. Но из-за неблагоприятной экономической и социальной ситуации на родине Юрию и всей его команде пришлось сменить локацию. Для этого мы сделали кафе, чтобы наших сотрудников можно было обеспечить работой. Мы сюда приехали, ну, конечно, очень переживали. Не знали, как нам люди отнесутся, ну, как работать. Нас встретили очень радушно. Вот, ну, интересуются, как вы, что вы, откуда. А когда узнали, откуда мы, ну, как бы максимально к нам, ну, лояльно относятся. Мы тут себя чувствуем, наверное, как дома. Вот, нам очень, как бы, комфортно здесь. Кафе «Видном» на Березовой было открыто в феврале текущего года. Современный дизайн, светлое просторное помещение. Туалетная комната, что очень важно при соблюдении санитарных требований. Отдельная гордость хозяев, открытая кухня, чтобы посетители могли видеть, из чего и как готовится еда. Люди, которые приезжают к нам с Донецка, с Луганской области, мы им рады. Мы их здесь принимаем, оказываем всяческое содействие, помогаем. Значит, в том числе и данный объект, на котором мы сейчас находимся, находится в рамках этой программы. Семейное кафе работает и на вынос. Для этого предусмотрена 10% скидка. Также есть доставка. Несмотря на высокое качество блюд, цены здесь весьма демократичные. Этому, в частности, способствует поддержка арендодателя. Поддерживаем их полностью, как бы то, что и по аренде, и по всему. И везде рассказываю, что есть такие люди, хотят, что они просто приехали сюда, как бы как беженцы там или что-то, а приехали работать и развивать также. Как бы и налоги платить, и все, и здесь регистрируют, все это делают, как бы, также какой-то приносит пользу. Хозяин заведения с нетерпением ждет, когда российские военнослужащие наведут порядок в Луганске, чтобы вернуться на родину и начать восстанавливать бизнес. Но и в России закрывать кафе не собирается. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.